458 выпускников. В этом году 11 класс оканчивает больше учеников, чем в прошлом. До 1 февраля им необходимо определиться с выбором предметов, а значит, с экзаменами. Обязательными являются русский язык и математика. Математика у нас делится на базовый и профильный уровень. И выпускники могут выбрать один из уровней, либо базу, либо профиль. Количество предметов по выбору, то есть, не ограничено. Они могут выбрать хоть все предметы из, то есть, учебных. То есть минимум два. Минимум два. Успешная сдача обязательных предметов – залог получения аттестата. Предметы по выбору необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в ВУЗе. А это значит, что выпускник уже должен знать минимум свою будущую специальность, максимум – те ВУЗы, где необходимы выбранные предметы в качестве вступительных испытаний. Определить предпочтения помогают и в школе. Учителя предметники отрабатывают. То есть они же все равно видят, да, дети, к чему стремятся, то есть какие способности у детей. Проводятся всевозможные круглые столы с ними и то есть и беседы. Мы приглашаем выпускников прошлых лет, которые то есть, сдавали уже и прошли через этот. То есть они рассказывают свой опыт, как то есть, на экзамене себя вести, то есть, может быть, какой предмет действительно выбрать. Плюс у нас проходит диагностическое тестирование. Вот в эту субботу у нас оно заканчивается, то есть мы начали с ноября, где дети выбирают предметы и идут то есть, посмотреть. Посмотреть, во-первых, на саму процедуру проведения экзаменов, потому что мы создаем полностью атмосферу экзамена. И посмотреть на содержание КИМов. И уже после этого у них тоже бывает такое, что они меняют свой выбор, потому что, увидя КИМ, они понимают, что, возможно, они не справятся с ним. Изменить перечень выбранных экзаменов можно и после 1 февраля, но с некоторыми условиями. Подать заявление необходимо не позднее 2 недель до экзамена, и, главное, для этого нужна уважительная причина, важность которой должна быть подтверждена документально. Ольга Зимарина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.